всем привет на канале Олег Нестеров Брест. На дворе уже... Сколько времени, Леха? Час 53, а мы тут полуночничаем. Но, как бы, тема интересна, просто сегодня такой интересный день. Мы втроем постарались и сделали это видео. То есть нам помог Алексей Мартгенский. Фамилия очень жутко выговаривается у Лехи. Вот он сидит. Леха у нас находится в великом... Всем привет. В великом Устюге. А, поздравления твои, Леха. Победителю. Денис, поздравляю тебя. С победой. Да, с победой. Да. И Лешка помог нам тоже с монтажом видео, так как там у Дениса небольшие проблемки с фоторедакторами. То есть все мы, вы помните, как мы отослали приз. Этот приз дошел до своего хозяина. Денис очень счастлив. То есть как они проверяли аппарат, как испытывали его, это просто надо видеть. Так что предлагаю вам посмотреть. В конце видео вы увидите подписку на канал Алексея. Очень полезный канал, особенно для тех, кто начинает свой канал, для тех, кто не умеет монтировать и в фоторедакторах. То есть Алексей всегда поможет. Мы с Алексеем дружим, каналами дружим очень давно, еще до того, как я создал канал. То есть Алексей меня учил и свадьбу монтировать. То есть и какие-то у вас, если проблемы будут, да, Леха, то... Алексей, конечно, обязательно отзовется. Конечно, обращайтесь. Помогу. Да, Алексей безотказный. Да, вот вы видите время 1:23 или 1:53, а Алексей вот монтировал, только закончил монтаж фильма. Сейчас мы его будем понемножку загружать. То есть вот так вот мы и живем. Наш канал, наши каналы объединились и живут общей жизнью. Несмотря, что такое время, мы друг другу помогаем, монтируем, живем. Жизнь кипит ключом. Скоро будет очень много новостей, очень много нового на канале. Так что следим за каналом, подписываемся на канал Алексея, подписываемся на канал Дениса. Ссылочки будут под описанием видео, вернее, в описании видео. Всем приятного просмотра. Ну и, конечно же, добра и бабла. Правильно. И сегодня мы отправляем приз победителю. А победил у нас видео номер 25, это про самодельный споттер. Победитель этого конкурса получает от фирмы Альфаград сварочный аппарат фирмы Скипер. Вот такой вот сварочный аппарат получает победитель аппарат фирмы Скипер от нашего партнера фирмы Альфаград. Ну и мы с Зинаидой Варфоломеевной поздравляем победителя. Поедем сегодня, отправим приз победителю. Мы отправляемся на почту, грузим Матис. Еще раз поздравляю победителя. Всем добра и бабла.
Девчата и девчонки, мальчата и малячонки, все сюда. Всем привет! Вы на канале Денис Гмызин. Как вы видите, мы сегодня получили приз. Ну что ж, поедем его испытывать. Зрители, полный гараж. Пол деревни собрала. Да. Так, ну вот она. Варочка пришла. Тебе там не видно уже. А меня зачем видит? Так. Олег. Нестеров Олег. Бред. Ну что ж, открываем. Варварски так вот. Открываем. Да, говорят, коробку надо сохранять, вдруг в случае гарантии, да? Как потом отправлять без коробки? Внимание, вот так. Вот такой вот аппарат фирмы Skipper MMA-220. Так, что тут у нас идет? Рукав с евроразъемом. Дядя Олежа нам тут даже кусочек проволочки оставил. О! Как мы все помним, он проводит испытания. Да. А самое главное, здесь маска. Маска, пожалуй, дороже сварки будет. Да. Миша, как будем испытывать? В этой маске? Нет. Не будем в этой маске? Нет. Так, что тут у нас еще есть? Есть у нас тут стеклышко для маски. Паспорт есть. Вот он, паспорт. Skipper. Стеклышко пригодится. Так, это что такое? Не понятно. Для маски. А, ручка для маски. О, вот это нужная вещь. Подключать. Так. Что? Где еще что? Кабелей комплект нет. А, вон они. Кабеля у нас спрятал. Здесь сварочки. Вот они где. Вот такой вот аппаратик. Так. Ага, понятно. Вот такая тут ручечка. Ну, давайте испытаем. Дяде Мише, сварщику. Двумя допусками. Первый тест. У нас тут покормя дяди Миши еще сидит сварщик, ждет, тоже хочет протестировать. Он там наблюдает. О, привет передает. Сейчас будем пробовать. Да. На, убили ее как-то. Точно. Так, вон ножник. О, дядя Миша сразу у нас решил на водопроводных трубах испытание провести. Так, так. Че, разобраться надо, да? Да, надо сюда врубить, ну тоже по-любому. Ага. Сейчас все зайчики наложат. Да, ловите, зайцев. Раздача зайцев. А, за зайцами все. Все за зайцами. Так. Все везде потыкать надо. Да, электродов нету? Есть. Есть? Так. Так, что включить-то надо? Почитайте инструкцию.
предлагать. Вот, переключатель. Я его только что переключал. Вот, все правильно я переключал. Инструкцию читаем, как всегда. После того, как уже научились работать. Да. Или после того, как сломался аппарат. Громче говорить. Я пока сам с собой. А, пока сам с собой? Да, с электродами. Вот. Вот. Нормально. Следующий. Я не по форме идет. Не по форме идет. Надо теперь провод зарезать. Это понятно, что варит. Куда маску дел? Снизу. Вот эту надо снять. Ну это. А, это для тебя. Давай. Начинающий. Вот на. Играй сюда. Нет, ты выбросал. Это тебе. Да? Только стекло нету. Неплохая сварочка. Ну и наконец, победитель конкурса и обладатель этой сварки будет теперь пробовать, что у нас тут и зачем. Потухло. Так, а мне току мало. Нет, дальний барашек. Дальний барашек. По-моему. Нет, не дальний. Вот тот дальний. Там. Там скорость проволоки. Ты сейчас проволоку не варишь. Там скорость. Режет, току хватает. Это причем я поставил всего лишь на 7. То есть можно еще добавить. Ну-ка, если так. Хвостик, будь здоров, это у нас электрод троечка. Ну-ка, Миша, у нас четверка есть? Вот большой бери. Вот этот? Вони. Вони? Ну-ка. О, это вообще это не то. Тут что-то похоже на большой ЛБ. На полярность поменять. Мы сейчас пока ничего менять не будем. Смотрим просто, как она повезет. Электрод не хочет. Ты там всю трубу задрал. Да? Не хочет. Термально, конец-то отрезал. О, он не хочет. Дай попробую. Давай. Меняем полярность. Это не вонь.
Это ЛБ. Ты как? Четверкой варит? Сильно варит больно. Сильно варит больно? Вот только что четверочкой варили. Ты еще хочешь четверкой? Тем более такой. Ну вот как-то так. Теперь останется провести испытание с проволочкой, зарядить проволоку, подцепить газ. Ну, что сказать? Хороший сварка. Аппарат хорошо волокет. Даже учитывая, что у нас напряжение здесь довольно-таки слабое. Аппарат вытягивает даже четверкой электродом. Сильно даже нормально вытягивает. Миша говорит, сильно даже вытягивает. Вот, только что. Где четверка у нас? Вот она. Вот так вот варит четверка. Это я резал просто на мощность, проверял. Тут Миша варил. Я там варил, с той стороны. С той стороны показывай. Давай. Ослабь этот. Так, вот так вот. Ну да, я сфокусируюсь. Дергаешь. Да, это внутри. Отличный аппарат, отлично варит. К свету поворачивай. Что-то тут интересное такое. Уточки, подшипнички. Ну какой барашек. С делениями даже. Удобно, да? Угу. С делением. Ручки. Евроразъем, вот это вообще супер. Рукава. Что это такое? Все, на проволоку попробуй чтобы ставить рукав и снимать. Хотя бы так попробуй засунуть, попробуй. Ну да, давай. Так, установили проволочку. Вот все тут классно, даже скалы. Так, блин, сейчас подожди, фокус не может поймать. О, поймал фокус. Миша, как впечатление о заряжении проволоки? Ну, вообще нормально. Смотри, какая штучка. С делениями, со всей фигней. И вот, особенно вот эта кнопочка мне нравится. Какая кнопочка? О, вот эта кнопочка классная. Смотри, форсаж. Форсаж. Вот эти проволочки. Да. Да, ну там. Опа! Опа, она, здесь она. Давай. Тут все. Смотри, какой пожар. Как жужжит, блин, а? Классно? Вообще нормально, вообще. Дверь.